У Татьяны проблема с дочерью. Как бы ты могла их решить? Татьяна has some problems with your daughter. How could you solve them? Скажи, пожалуйста, а субъективно сколько тебе лет? And how do you feel? How old are you? Maybe 17. Maybe 17. Напомни, пожалуйста, сколько лет дочери Татьяны? And please remind me how old is Татьяна's daughter? 30. She's 30. А вот эта вот жесткая, жестокая, которая вот тут сидела, может быть, ты можешь примерно сказать, какой у нее возраст? Мне бы ей дала 45. And this mean Bridget lady, how old is she, do you think? I would give her 40-45. У меня такое впечатление, что у вас нет взаимопонимания друг с другом. Seems to me you don't have the understanding between you. Невозможно, это скучно и там сплошные обязанности. Как можно так жить? Нужно нафиг загнуться через два дня. I don't understand how can she live in this way. It's so dull, it's so boring. Only the duties. Хорошо. Сколько процентов в жизни Татьяны ты занимаешь? How many percents in Татьяна's life do you think you have? Наверное, 47. I think maybe 47. Хорошо. Спасибо. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Сядь, пожалуйста, сюда. Thank you. It was nice to meet you. Please sit here. Мы с вами сейчас увидели, что да, действительно существует две очень важных части личности Татьяны, которые привносят много диссонанса в ее жизнь. So we've just noticed that really there are two different parts of Татьяна, which bring a lot of dissonance in her life. Вот эта часть хочет жить только по эмоциям и быть подростком. This part wants to live only emotionally and be as a teenager. И она занимает около 50% всего времени, в котором живет Татьяна. And this part takes about 50% of the time in which Татьяна is living. И она очень лоббильная и толерантная. Она готова на разные компромиссы, например, с дочерью, которая старше этой части. And at the same time she's very tolerant and is ready for some compromises with Татьяна's daughter, okay, who is older. И у меня впечатление, что мы с вами немножко разобрались в метареальности нашего клиента. And I've got an impression that we somehow have some understanding now of the materiality of. Как бы мы ни хотели помочь Татьяне, чтобы она решила проблему со своей дочерью, она внутри себя будет входить в состояние вот этой части личности, и проблемы будут возникать все снова и снова. It doesn't matter how much we would like to help Татьяна to solve her problems with her daughter. Татьяна would anyway come into the state of this part, and the conflict will. Okay. Дальше начинается профессиональная работа, когда мы работаем как психотерапевт для того, чтобы решить эту проблему. То есть мы работаем и с одной частью, и с другой частью для того, чтобы вместе интегрировать в одну Татьяну. And afterwards, the work of the psychotherapist starts when we are working with both parts to try to integrate it in one whole Татьяна. Я не хотел бы сейчас показывать тонкости психотерапии, потому что у нас только демонстрационный класс.
I wouldn't like to show all the nuances of psychotherapy because it's just a demo. Но мир реальности имеет еще один уровень, о котором я пока еще не говорю. But materiality has one more level, which I haven't yet talked about. Материальность — это еще и то, что, во что может поверить клиент. Materiality is also something which the client can trust into. Если мы позволяем клиенту допустить, что что-то может ему помочь, то он начинает думать, что, а почему бы и нет? If we allow the client to think that there is something that can help him or her, then the client starts to think, really, why not? И таким образом мы можем структурировать новые разновидности метареальности клиента и предлагать клиенту обустраиваться в этой новой метареальности. And thus we can help the client to structure new meta-realities for him and to help him to get comfortable in these new meta-realities. Окей. Сейчас я поставлю еще один. We'll take another chair. Сейчас мы будем работать с новой метареальностью, которая не существует в жизни Татьяны. And we are going to work with a new meta-reality, which doesn't yet exist in the life of Татьяна. Встань, пожалуйста. Представь себе, что существует такая жизнь, когда ты очень хорошо ладишь со своей дочерью, и она не указывает тебе, чем тебе заниматься. Can you imagine that there is such a life when you have excellent relations with your daughter and she doesn't tell you what to do? Можешь просто себе представить, что как будто бы ты нашла с дочерью такой общий язык, что она даже не думает как-то на тебя влиять. Could you imagine about such a life when you found such a common language with your daughter when she even doesn't think of that she should somehow affect you? Как ты считаешь, это возможно? Do you think it's possible? Мне кажется, что я где-то нащупала то, что может быть. Это даже я представила, и даже я его почувствовала. It seems to me that I somehow touched it and I'm feeling it. Окей, если ты нащупала, то это очень хорошо. Теперь тебе нужно сделать всего-навсего два или три маленьких шага на этот стул, и с каждым новым шагом вот эта маленькая доля уверенности будет у тебя увеличиваться все больше и больше. И потом ты сядешь на стул, и ты узнаешь, что да, это очень просто жить так со своей дочерью, и что проблем не было. Well, it's so nice that you find this, and so you need now to take just few steps to this chair, and with each step the confidence will arise that this new life is possible when everything is fine in the relations with your daughter. And sitting on this chair, you will be really confident in this. Можем попробовать? Да. Shall we try? Yes. Тебе это интересно? Очень. Are you interested? А тебе может быть полезно то, что ты в результате получишь? Да. Will it be valuable for you to get what you what you'll get there. Хорошо, ты можешь идти тогда. So you can go. Попробуй. Ты можешь чувствовать себя комфортно. Please feel yourself comfortable. И ты можешь просто как бы пустить корни в этом состоянии, в котором сейчас ты находишься. You can like make roots in this state where you are now. Опиши себя, что ты сейчас чувствуешь. Can you describe what you're feeling now? Значит, я чувствую себя довольно взрослой. И
вот эти две полярности, они, ну, да, они существуют, но есть третья реальность, где мы абсолютно нормально ладим. Oh. Почему нет? I feel myself as an adult here, and yes, I can see these polarities, but there is a third reality where I'm okay with my daughter, and why not? Mm. Это очень здорово, хорошо. А что ты думаешь по поводу вот вот этой ветреной, вот этой вот жесткой? Well, it's great. And what do you think about this light-headed person? У них есть какой-то шанс наладить контакт с дочкой? Do you think they have any chance to settle the contact with the daughter? No. Нет? Да? И там не хватает любви. Это очень заботится о себе, а там очень много надо. In each of these cases, there is lack of love. Здесь нет сотрудничества, ни там, ни там. Ни одна, ни вторая, ее не слышит. There is no cooperation. Я так вижу. That's how I see. Хорошо. А теперь расскажи про себя. Вот то, что у тебя сейчас есть. Какие качества помогают иметь контакт с дочерью? Tell about yourself. What qualities in you help to settle the contact with the daughter? Это понимание того, что мы два взрослых человека. Вот, и у нас вполне могут быть совершенно различные интересы. И просто человек, в данном случае дочь, она мне интересна, а я ей интересна. И можно разговаривать об этом. Рассказывать друг другу и просто любить, понимать, любить и принимать, не ставить такие когти или штыки, что только так и не так, и в то же время не отстраняться и там не брать, и не подстраиваться, как другая личность, просто любить и понимать, This is the understanding that we are just two adult persons and we can have different interests. But we still can just love each other and accept each other. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот тут вот сидела Татьяна, что ты можешь ей сказать? Какой ты можешь дать ей совет? Well, Татьяна said, what kind of advice could you give her? Ей нужно, ну, во-первых, больше любить себя и больше любить дочь. И понимать, что оба взрослый человек, а два взрослых человека. Больше интересоваться ей, а что у нее происходит, и рассказывать о себе, рассказывать спокойно, без страха, что ее не кинут, и без того, что нужно так, и как бы защитой. Защищая то, что у тебя есть. Спасибо. Коротко. She just needs to love her herself more and to love her daughter more. Understand that they are just two adult persons and maybe to be more interested in your daughter as a person and to tell more about herself without fear. Я жалею, что вы не можете смотреть вот с этой стороны, потому что выражение лица у всех четырех Татьян абсолютно разное. I really feel sorry that you can't see at this point, because the faces of all Татьянas are different. Хорошо, встань, пожалуйста. И я хочу, чтобы ты просто прошла, как бы, и погладила вот эту вот Татьяну, которая здесь находится. And now I want you to just go through. Да, ты можешь просто за стол взяться. Like, touch each of Татьяна's. Может быть, ты что-то могла бы ей сказать? Maybe you can tell her something.
Я ее понимаю и хочу, чтобы она выросла. I understand her and I want her to grow up. Хорошо, может быть, сюда подойдешь, и ты тоже что-то скажешь. Maybe here you will also say something. Может быть, ты развернешься вот так вот. Чтобы просто тебя было лучше видно. Я бы хотела, чтобы эта Татьяна не так защищалась от мира, потому что это очень... Это просто отделение от всего, и я вижу себя в иголках. Вот здесь я вижу себя в иголках. Как будто весь мир — это что-то такое враждебное, и нужно защищаться от всего. I want this Tatiana to defend less and to separate less from world, because here I can see her like all in the this. Ну и попробуй вобрать все это и сесть на этот стул. Could you please try to wrap all of them and sit this chair? Скажи, пожалуйста, что ты сейчас думаешь по поводу проблем с дочерью? Please tell me, what do you think now about the problems with your daughter? Я вижу, что это нужно решить, и мне не кажется это сложно. And from here I can see that they can be resolved and they don't seem difficult to me. А что бы ты предложила, вот с чего начинать? What would you suggest? What to start with? Очень много тем прекрасных, о чем можно разговаривать с дочерью. Мы обе женщины, у нас одинаковые проблемы, одинаковые мысли, мы можем разговаривать об этом. Можно начинать с этого, для того, чтобы наладить контакт. There are so many topics which we can discuss with my daughter, since we are both women and we have a lot of things to discuss. Отлично начало. Good start. Как ты считаешь, мы в какой-то степени решили твои проблемы? Да. What do you think? Have we solved somehow the problem? Yes. Это так, да. Спасибо. Yes, thank you. Good, thank you. Спасибо, спасибо. Спасибо. Всем отвечу на ваши вопросы, если они будут. Я напомню, что метареальность — это внутренний мир человека и его репрезентация во внешний мир, его внутреннего мира. Representation of his inner world, the wide world. И мы можем очень гибко помогать другому человеку изменять его реальность, в которой он живет. В результате у него появляется большая адаптация к тем проблемам, к тем сложностям, которые его окружают. We can really very flexibly help the client with his her materiality, and as a result she will get more adaptability to solve the problems. I have a question. After discovering these two parts, the opposite parts, you mentioned that there is one way is to now start long-term therapy, and then we got to this other option to bring into picture this the one who already solved and who knows. And you also mentioned, the question now is that are there cases where it's not possible or it's not reasonable to go this path and still have then like long therapy work instead? После того, как
вот мы нашли, обнаружили две эти части, вы упомянули, что дальше начнется длительная психотерапия. Но мы не пошли по этому пути и вот выбрали другой путь. So did I understand you correctly that after finding this long therapy, but we didn't choose it? Yes, that's what. Yeah, the question is that if there are cases when this option that was used today is not reasonable or not doable. Есть ли такие случаи, когда вот та опция, которую мы пошли сегодня, создание новой метареальности, она неприменима, она неэффективна? Yes, how do you understand that it's not the case? А как тогда понять, что это не тот случай? В психотерапии очень важно выявить проблему и выявить ресурс к этой проблеме. In psychotherapy, it's very important to define the problem and to define the resources for solving. Ресурсом может быть и то, что клиент лучше понимает, в чем суть его проблемы. And the resource can even be that the client understands better what his problem is. Откуда взялись как бы корни этой проблемы? What are the roots of the problem? Это тоже является ресурсом. This is also a resource. И в этой короткой сессии я хотел показать, что можно работать с метареальностью клиента такая, какая есть, но можно и структурировать другие формы метареальности клиента, которые могут давать очень быстрые результаты, позитивные результаты. In this short session I wanted to show that there are two ways of working. One, to work with what it is, the materiality which is, and other, to help to find the new forms of realities for the clients and to achieve the results quicker. Конечно, в реальной сессии я бы намного дольше и более тщательно бы исследовал каждую такую часть для того, чтобы выяснить, а что лучше для клиента вот прямо сейчас. Of course, in reality, I would work with each part more thoroughly to understand what is better for the client right at the moment. Но сегодня была просто демонстрация. But today it was just a demo. Но в то же время это демонстрация, не совсем демонстрация, потому что я решал проблему клиента. But at the same time, the demo is not a demo because I was trying to solve the problem of the client. Я провожу обучение методом, который я разработал. Это двухлетнее обучение. I'm doing the teaching of the methods which I developed, and this is 2 years. И это очень большой курс. Very long course. Да, в который входит много позиций для психотерапии. Which includes quite many positions of psychotherapy. В эти позиции входят взаимоотношения с детством в виде внутреннего ребенка и внутреннего взрослого. And these are the interactions with the inner child, with the inner adult. Взаимоотношения. Взаимоотношения с системами, органами, болезнями, с психосоматикой. Relations with the systems, organs, psychosomatics. Взаимоотношения со снами, с творчеством и с архетипами. Relationships with the dreams, archetypes and creativity. Обычно я приглашаю людей, которые просто хотят научиться психотерапии с нуля, или тех людей, которые уже владеют психотерапией, но хотят повысить свое мастерство.
Usually I invite for the course to those who would like to start studying psychotherapy from the scratch, or and those who have already some level and would like to raise their. Из-за того, что я работаю с диссоциациями, то есть я диссоциирую отдельные части из клиента в виде мягких трансов. Because I'm working with dissociation of different parts from the client's psyche with the help of soft trance. Во многом мои подходы отличаются от традиционной психотерапии. Но в то же время они очень быстрые и эффективные. So my approaches may differ from the traditional psychotherapy, but they are quite quick and effective. Есть ли у вас вопросы ко мне? Do you have any more questions to me?